благодаря нашей работе, работе нашей сети «Забота о близких» с волонтерами, с воскресной школой Осеченского прихода, со школами, находящимися в округе, вот как раз-таки вот благодаря всему этому вы наблюдаете то, что происходит в наших стенах. Не имея этих качеств, милосердия, терпения, невозможно здесь работать. Люди, которые здесь работают, какая бы погода ни была за окном, как бы они себя ни чувствовали, каждый день они начинают с улыбки, с каких-то хороших, добрых слов, с пожелания доброго утра всем, все улыбаются, потому что сами себе создаем настроение, находясь в этой атмосфере. И самое главное, мы должны передать тем людям, о которых мы заботимся. Аниматоры, которые с ними занимаются, сиделки, это песни, это занятия, которые проводятся в первой половине дня, моторика рук, это загадки, это стихотворение. Они с огромным удовольствием этим всем занимаются, потому что с этого начинается день, задается хорошее настроение, и люди находят общий язык. То есть многие из них имеют высшее образование, и им есть о чем поговорить между собой. И самое главное, что существует преемственность поколений. То есть мы, поколение, следующее за ними, очень много опыта от них перенимаем. До того, как вот руководство пансионата обратилось к митрополиту Ювеналию за благословением о создании здесь молитвенной комнаты и, возможно, домового храма, я здесь был с частным, так сказать, визитом. Это когда попросили прийти, причастить, исповедовать, пособоровать уже пожилую женщину, свою родственницу, наши прихожане. И мне здесь очень понравилось. Да, надо сказать, что вы настоятель местного прихода здесь, в этом селе. Да, неподалеку отсюда, в нескольких километрах, находится наш Покровский храм в селе Осеченки. И вот, когда обратились прихожане с просьбой пособоровать и причастить свою близкую родственницу, вот действительно здесь мне понравилось простор и отношение в первую очередь. А потом уже, когда мы познакомились с руководством пансионата и стали понятны вот их мотивация, их вот дальнейшие планы, это... Только, знаете, вот, как сказать, я был приятно удивлен. По-настоящему приятно удивлен. Камера не передаст этой атмосферы, вот той светлой радости, которая здесь находится. А на самом деле, по-честному, вот, я вам хочу сказать, что еженедельно читаются акафисты. После начала нашего сотрудничества, знаете, как-то даже это не волевое усилие, а скорее это оформилось. Вот желание пожилых людей, которые здесь вот являются подопечными этого пансионата, ежедневно совершается утреннее вечернее молитвенное правило. Пускай оно где-то сокращенное, пускай где-то там кто-то не может полностью молитвенное правило уже по своим физическим силам полностью как-то или выстаивать, или выслушивать. Но, тем не менее, оно совершается регулярно, ежедневно. Каждую неделю служатся акафисты, ведется, как бы это сказать, такая разъяснительная работа катехизическая. У нас наш прихожанин окончил Свято-Тихоновский богословский университет, и он как раз занимается этим здесь. Если в храм человек приходит сам, то здесь мы приходим к человеку, который не может прийти в храм по тем или иным причинам. Если в обычной жизни человек пришел, получил, что хотел, ну, условно так сказать, помолился, попросил, поисповедовался, причастился, ушел, мы не знаем, что дальше происходит. Здесь это происходит на глазах. И люди на самом деле меняются, им становится легче.
Я помню, вот даже здесь, вот одна женщина со сломанной рукой, она была в тяжелом состоянии, духовном тяжелом состоянии, потому что это и перемена места жительства, то есть она теперь живет здесь, и вдобавок у нее сломана рука, и близких она видит не так часто, как видела раньше. И все это... Человек, одним словом, нуждается в большей поддержке, большей помощи. Вот это как раз вот и необходимо дать этому человеку. Где-то снизойти там к чему-то. Ну, то, что он не может, ну, все, теперь он уже этого не может. И вряд ли в будущем сможет. Поэтому как-то вот, наверное, более мягко, более тактично. Я вот обратила внимание на то, что у вас такие достаточно интересные свечи здесь находятся. Не настоящие восковые, как мы привыкли их видеть в храмах, а электрические. Можно вообще использовать такие свечи в храме? Вы знаете, это идея руководства пансионата, но идея не вот именно таких вот свечей, а безопасности, правил безопасности. И вот если обратить внимание, да, она действительно является безопасной, эта свеча, потому что вот просто... легко поворачивая, она включается, зажигается. Ведь свеча – это, по сути, символ нашей молитвы, нашего горения к Богу, вот горение нашей души, нашего сердца. И поэтому, если свеча будет символизировать нашу искренность, и пускай, ну, пускай в таком, зато это безопасно. Ведь что там греха таить? Ведь некоторые... люди ставят свечи не совсем искренне. А здесь, в таком состоянии, когда находятся наши подопечные, то их искренность очевидна. Потому что человек, вот, я представляю, как вот, знаете, осенью, когда действительно будут и сумерки рано, и за окном будет и прохладно, и где-то слякотно, и холодно. А здесь, придя сюда, помолиться, зажечь свечу. Замечательная идея. Мне нравится. Подобных учреждениях вообще есть и молебные комнаты, или там храмы? Ну вот, к сожалению, я вот должен сказать, что там, где я был, нет, подобного нет. Вот подобного этому точно нет. Вот. К сожалению, когда приходишь вот исповедовать, причащать, пособоровать человека в другие подобные пансионаты, сталкиваешься с непониманием самого персонала, самого руководства, как это организовать. Бывает действительно так немножко сложновато, как-то сталкиваешься с равнодушием. Здесь нет, здесь все по-другому. Вот это меня удивило, по-хорошему удивило вот в этом пансионате, то, что сама направленность, понимаете, вот человек, люди, вот руководство пансионата захотели вложить немалые средства вот именно в создание такого помещения. Это говорит о их направленности, направленности их деятельности. То есть во главе угла стоит не только прибыль, а вот именно настоящая забота о близких. Потому что те наши вот близкие, ведь нуждающиеся, и помощь им, духовная помощь, очень важна. Потому что наша жизнь, она состоит не только из нашей физической, материальной жизни, но и из духовной. И духовная жизнь важнее материальной. Иначе не было бы никаких ни подвигов, ни самопожертвований, ничего прочего. А здесь мы вот видим то, что духовной стороне уделяется очень много внимания. И остальные, конечно, стороны важны. Безусловно, и медицинское, и там, питание организовать, и досуг организовать. Это все очень важно. Но это должно где-то питаться, это должно где-то брать силы. И вот в духовном мы как раз черпаем эти силы. И персоналу наверняка это легче, и подспорье очень большое. То, что люди перестают замыкаться на себе, а пытаясь молиться о своих близких, о своей дальнейшей судьбе, о себе самих,
люди становятся лучше, забывают о своих проблемах, получают реальную помощь от Господа. Радует то, что еще здесь, видите, вот такие помещения хорошие, что вот на первом этаже, допустим, мы вчера, наша воскресная школа показала спектакль для тех, кто здесь, вот для бабушек и дедушек находится. И спектакль хороший, там такой, он немножко современный, но по мотивам волшебника изумрудного города, но детки замечательно выступили. И вот это, как бы сказать, это вид деятельности, что ли, или это грань деятельности, социальной деятельности, вот, прихода, церкви, оно играет роль не только вот для тех, кто здесь, но и для наших деток. Они же приходят, видят, что происходит, они начинают понимать, осознавать, потому что в семье видишь одно, в школе видишь другое, в храме видишь третье, а здесь видишь другую жизнь. И видишь и пожилых людей, и начинаешь задумываться. И для детей это тоже важно. Они когда делились своими впечатлениями, наши воспитанники воскресной школы, юные артисты, много интересного для себя сделали выводов и говорили друг с другом об этом представлении вчерашнем. Что им тоже очень понравилось выступать здесь. Так что мы надеемся, что это будет продолжено. Это, ну, современный византийский стиль, ну, уже как бы обработанный в современной такой интерпретации. Каноны у нас соблюдены все. Вот все пустые, не окрашенные проемы, которые белые, здесь будут святые и еще один монастырь, кроме того, который у меня находится за спиной. Это за спиной Киево-Печорская лавра, на другой стороне будет Троице-Сергиевая лавра. И будут... Кроме вот Божьей Матери Покров и Пантелеимона Целителя, будет еще архистратег Михаил с воинством Божьим, Сергий Радонежский и Серафим Саровский, Матрона Московская. Сейчас на память я все не помню. Всего будет 18 ликов на стенах. Это будет только роспись стен? Частично потолок. Вот потолок будет на 1,5 метра от стены расписан. Еще центральные колонны. Отец Анатолий утвердил все иконы, ну, лики, на которые писаться будут. А я выбирал орнамент. Ну, потом он, естественно, тоже отсматривал и утверждал. Так что, а все остальное – это каноны. Тут художество только в... То есть в работе, в росписи. В таких помещениях нет более такого художественного полета, как в светском помещении, когда ты сам придумываешь. Здесь придумывать нельзя.